Инцидент в Панаме. Одессит напал с ножом на вице-консула Российской Федерации и ранил его в живот. Как рассказал посол России в Панаме Алексей Ермаков, нападение произошло в пятницу утром возле здания в столице Панамы, где посольство Российской Федерации арендует помещение. Вице-консул Евгений Манилов провожал одного из посетителей, когда из толпы на него набросился молодой человек и, ни слова не говоря, ударил ножом в живот. Нападавший попытался скрыться, но его задержала охрана. Раненого дипломата доставили в больницу, там ему сделали операцию, и сейчас жизни Евгения Манилова ничего не угрожает. Задержанный оказался одесситом и гражданином Украины. Это некто Алексей Лисовенко, 91-го года рождения. Сообщается, что в момент нападения он находился в состоянии наркотического опьянения. Панамские власти проводят расследование.